классные такие штаны, но я смотрю, все размеры небольшие. То бриджи, то размеры небольшие, понимаешь? Угу. Вот эти прикольные такие, с вышивкой. Это шарабары, вот эти лосины классные. Ну, веселенькие полосатенькие, только так, для дома, понимаешь? Угу, угу. 280. Вот эти классные штапельные, маленький размер. Просто бомбические. Что тут еще? А ну, белые. Шаровары спортивные. Вообще прикольные. Тоже попа маленькая. А так бы, если бы на меня, я бы точно забрала. 330. Это прям моднявки. А эти, видишь, эти без застежки, как бы. А это застежка. Я думаю, тут все без застежки. А вот это вот без застежки белое. Тут, посмотри, вообще вот этот ряд. Они, видимо, дороже просто. Но эти вообще отпад. Это вообще нам такие куртицы. Вот это классно. Ну все тут, тут весь ряд. Вот эти я обожаю. Обожаю. 620. Это попроще. Это вот вырви глаз на любителя, тоже молодец. Это нам большой размер. Вот этот костюм мне понравился. Ну, маленький размер, этот на Павиру. Классный-классный, на Вью. 550 весь костюм, представляешь? Просто. Вот это классно. Эти серенькие. Это вельветовое. Вот это мне еще очень понравилось. Это зимушка, зима, прощай. Это уже такое. Вот это классно. 550. Что за фирма? Это мне очень нравится. Мне когда вышивки, я вообще не могу, как люблю 550. Не знаю, что за фамилия у этой фирмы. Вот это прикольно. И не жалко, машинку кинул, постирал. Вышивка, и не жалко. Это классно, прикольно. Люблю такое. Я сама пижаму надену. Вот такие, как говорится, интимные шмотки надо брать, чтобы не поняла, без ценника. Бесценный халатик. Вот этот он такой симпатичный. А, он такой приношенный. Ну, это, конечно, класс. Вышивки обожаю. Ой, тут сзади такая вышивка. Я дракон. Ой, шикарность, конечно. Сколько? 550. Это пижама? О, это пижама. О. Видно, хорошая. Большая. Томми. А, нет. 440. Большая. Ну, пижама не должна быть. Ну, я не знаю, что она не должна быть. Что мне все не так? Ой. Блин, какой звездный халат. Классно. Классно. О, это, блин, на любителя. Кощей Бессмертный. Вот этот еще классный. Нет, Кощей Бессмертный. Да я тоже не знаю. Зачем кости на себе носить? А то я так считаю. Ой, водить себе. А я сейчас не стюшу. Вот это прям хорошо. Голову можно. Это вот. А, пятно какое большое там. Жалко. Люблю. Вот эти стеклянные я не люблю на тело. Видишь, а те, которые, они не новые. Которые можно было по куртках. Давай я просто буду стоять, а то будешь их крутить передо мной. Оля, какая интересная. Спереди короче, сзади длиннее. Оля, какая интересная. Интересно. Это тут второй ряд. Вот такие все размеры. Куртки симпатичные. Моя куртка. Как классно вообще. Вообще. Тоже люблю. Как джинс. Я против, чтобы ты покупала себе темные вещи. Классно. Сумки. Тут не бывает хороших сумок, я хочу сказать. Ну, она веселенькая, но какая-то не хорошая. 180.
какой-нибудь вот такой. О, ну какой чемодан. Между прочим, кожаный. Между прочим, кожаный портфель. Слушай, отпадно. Вот тут я галстуки брала. Сюда тут одни шарфы. Сюда тут одни шарфы. Какие есть? Угу. А, ну да, это еще те времена. Она каждую фирменную вещь сходу видела. Сходу. Я все думаю, надо бы как-нибудь покрывало себе какое-нибудь. Знаешь, тереть. 940. Ну, будет скидки, если я их не так разбираю, что прям понимаешь. Они еще не скатерти, я буду вышивать на своей машинке, чтобы потом немного было вытянуть, если вдруг испорчу. Или попользовался, запачкал и выкинул, мне жалко. Дюры для высоты по ним. Ну, у меня дома еще полно, конечно, но как видишь, можно прийти, не жалко. Тоже бывает. Бывает, даже люди бушная постельная берут. Фирменная, чтобы было вот фирма. А что, из два раза постирала, но все равно как бы. У вас нету, да? Ой, у нас целая сеть. Это мы с тобой поздно поехали, потому что тут ты уедешь, рассчитывала, что ты вот уж видишь, а ты, получается, два дня как бы уехала. Смотри, какое постельное вышивание. Так покрывало какое-то. А, шторы, шторы. Ля шикардос. Ой, мне на ванну. Ля шикардос. Ну, тут детская. А, да, да, ну такое, конечно. Тут эти рубашки плавают. Это просто надо там посмотреть. Я просто по мужскому думаю, ну, по женскому глянули. Вообще шикардосная, конечно. Шикардосная, ты шо? Я такое люблю. Да я сама такое люблю. Вот бубоны снять и спать мне можно. Я только хотела сказать. Можно спать. Интересно, а? Мне такая модель очень нравится. Это вот оно, да, вот это что под боком? Она на маленькая, да? Угу. И на Иру даже маленькая. На Иру маленькая. Даже на Иру маленькая. Хорошо. Нет, это черный, это не будет. Это и сетка стоит. Угу. Это веселенькая. Веселенькая тоже. О, класс, слушай. Слушай, слушай. Какая морячка вышла. О, она мне сбила. Еще какой-то родной. О, знаешь, я бы как... Сколько оно? 150. Ну, она такая нарядная. Интересно. Сколько? Тоже 720. Разлетайка. Разлетайка. Я по-другому сказала, если бы не на камеру. Да-да-да. Ага, ага. Ой, какая интересная. Интересная. Обвязанная трикотаж. У меня какая-то подруга в магазине фирменном покупала. Дорогущая. Какое-то оно чью-то фамилию имеет. Интересно. 330. Угу. И это.
А так, конечно, я люблю. Ух ты, оно сзади распахивается. Да? Вот это вот мой любимый цвет. А, вот. Это вот мой любимый цвет. Да-да, не серый, а да-да-да-да. Вот это мой любимый. Ой, ой, она еще и с карманами. Посмотри там. Тут еще, ну это да, это ж боха. Всего-навсего 110. Ну, цвет. Угу. О, лачешки нарядные. Дай снимай. Ага, нарядно. Возьмем, посмотрим там. Да. Что-то 600 хочу. Смешно. А так есть. Я там что-то вниз еще попало. А, просто. Какая-то. Это платье? Угу. Не пойму, оно отрезное? Оно отрезное. А, оно... да, оно просто отрезное. Сколько оно? 440. Классно. Какая фамилия? Интересно. Это, кстати, на это, на лосину. Да. Возьмем померить. Угу. Какая она шикардосная. Вот я люблю такие тряпки. Вообще просто. И вот так, и вот так. Отпад. Под водолазочку, да, так? Ну да. На работу. А вот это какая смешная. Боха. Что у меня юбки есть подходящие под это. Вот это вот нравится тоже. Вот это суперская какая. Маленькая, там на меня совсем маленькая. Вот сейчас я гляну. Класс. Тоже 280. Вот это я хотела заснять. Такая классная. Она мала совсем. Ну классно, классно. 500 рублей. А сумка стоит. Вот такие лабутены. Слушай, сумка мне, конечно, это очень понравилось. Мне тоже понравилось. Спасибо. Сумка большая. Сумка, конечно, что за сумка, я не знаю, но классная, классная. Что я бы тогда хочу. Смешно. Пойдем. Поехали. Крошечки. Сегодня хурор. Сегодня новый хурор. И секонди хурор. Хурор. В зале сейчас сидим. Прогулка продолжается. Наши чебуречки, наши чебуречки, ура, ура. Угу. Это 4, да? Спасибо. Ура, мы дождались. Не стала я снимать, как мы их жрём на счастье, но очень вкусное. В эту сторону. Ой, у нас тут Северный полюс пришел к нам. Вот такой у нас снег. Ля, какая красота. Очень красиво. Вообще, да? Ой, так. Главное, с колеи не выпасть, это вот полметра глубина. Полметра глубина. У вас снега. Он говорит, у нас в горах бывает снег. Ну, где там в горах, тот снег. 3 сантиметра притрусить травку и кактусы, понимаешь, напугать. И все. Сказали, набрехала, что она не в Донецке. А, не знаю. А тут, видишь, практически целина не пахана. Ой. Тут рой не бегал, поэтому... Рой не бегал, не перепахал. Рой все бы перепахал тут. Ты видел, он выискивал пустые места, да, ну, да, где не перепахано. Угу. Сугробы потихоньку чистят. Как нам лучше здесь пойти? А там еще одна дорога есть. Не надо за мной идти. Я быстрее не могу. Я ж быстрее пойду и навернусь. Ты ж меня знаешь. Показываю первую вещь с нашего улова. Вот такая маечка интересная. Это на вилке связано. Это крючок. Мы хоть и сами мастерицы умеем делать, но решили, что за 170 рублей
хлопковую такую сетку мы хотим купить. Следующая вещичка. Плотненький такой трикотажик. Ну там состав я не смотрела, но не полностью шерсть, либо хлопок и синтетика, либо шерсть и синтетика. Такие вот карманы интересные, но это боха. Это напоминает боха стиль. Очень мне нравится. Я не очень люблю всякие там принты рептилии и леопарды, но здесь вот очень как раз меня не смущает ни грамма. Подплечники я сниму. Вот такая вещичка красивая. Третья вещичка. Хлопок Индия. Очень люблю вещи Индия. Они очень легкие, очень практичные, хорошо стираются, вещь новая. Я беру только, если уже в секонде, только если она совершенно новая. По ней видно, либо бирка, либо видно, что она не одёванная, не грамм. Отличная, легкая-легкая. Даже на жару с длинным рукавом, чтобы не сгорели руки. Скажи, вообще отлично. Так что вот такой у нас улов. Поздравьте нас.